Друзья, всем привет! Сегодня вот хочу рассказать о своих стеллажах для малообъемки. Подробно, с размерами, со всем. У меня вот 4 яруса. Получается, первый, второй, третий, четвертый. Расстояние между ними по вертикали получается 400 миллиметров. Вылет у меня 270 миллиметров. Расстояние между поперечными поддерживающими 130 миллиметров. Еще хочу сказать, весь металл полтора толщиной, полтора миллиметра. Размер стоек 50 на 25 миллиметров профтруба. Подпорки то же самое. Почему я их сделал с той же самой трубы? Можно, в принципе, меньшего сечения взять профильную трубу, но просто обрезки оставались. Вот они и пошли сюда. Сразу рассчитал это все при покупке. Поперечные поддерживающие для мешков. Они сделаны из профтрубы 10 на 20 миллиметров. В принципе, это дешевле, чем арматура вышла. И, в принципе, эстетичнее, квадратная, поинтереснее смотрится. Смотрите, еще в пролетах я сделал вот одна поперечная и вторая поперечная. Это сделано для того, чтобы не разъезжались вот эти вот направляющие, на которых лежат мешки. Мешки для малообъемки я покупал у Игоря Богородского, у Клубника. У него есть интернет-магазин, кто не знал, Агросила. Покупал там мешки, и также капельную ленту я там покупал. Смотрите, единственное, вот размер у него указан, метр. Естественно, рабочий размер мешка получается 850 примерно миллиметров. Где в диаметре он где-то в районе 18-20 выходит. И по объему можете сами посчитать. Я что-то не посчитал точно по объему, сколько выходит. Вот это вот точный размер, потому что я вот 150 заказал, вроде за запасом думал. А мне вон немножко не хватило. Что еще хотел сказать? Капельную ленту, как я продеваю. Смотрите, сделал прорези. Одна, вторая. Взял вот такой вот штырь. У меня с пикой, так скажем. Обычной изолентой приматываю и продеваю. Очень быстро получается. Вот подпорка для капельной ленты, для бухты. Я ее сделал из той же самой подпорки для мешков, для набора мешков. В принципе, удобно, работает. Как бы вопросов нет. Так что двойное использование этого, так скажем, аппарата. Очень удобно. Продевается быстро, в принципе, не напрягает. Вот осталось тут две штучки продеть. Еще я не смонтировал воду, подвод воды. Вода будет... Сегодня, я думаю, это все смонтирую. Завтра уже... Точнее, сегодня вечером, я думаю, включу, пролью. Завтра вечером... Точнее, завтра уже начну высадку клубники. Еще один немаловажный аспект. Сначала мы проливаем, потом уже делаем отверстие снизу. 4 отверстия вполне достаточно. Гвоздем надо ничем толстым, там прорези тем более делать, чтобы это все высыпалось, выливалось, потом вся земля вылится. Что еще хотел сказать? Сделал я уже первую ошибку. Стеллажи мне понравились. Это как у Ивана Мальча я посмотрел, сделал. Вроде понравилось, сделал. Но решил мешки использовать. Так как решил мешки использовать, такие стеллажи уже не очень удобны. Почему? Потому что вот с верхнего мешка будет капать на нижний. Они расположены вертикально. Это не очень удобно. Ну, эту проблему я уже решаю. Уже придумал, как по верхнему ярусу снизу пущу канализационную трубу. Пополам распилю ее. Пущу снизу. Да, конечно, морока, но что сделаешь? Сделал ошибку.
Сейчас ее надо как-то решать. Сделал отвод этой воды. Ничего страшного не произойдет, но просто сделал себе дополнительную работу. Просто вот этот вот ярус, второй, точнее третий и четвертый, можно было чуть развести, и было бы все нормально. Ну, единственное, у меня по месту, конечно, маловато. И не стал разводить изначально из-за этого. Потом понял, что я сделал ошибку. Кстати, вот эта вот подпорка обязательно распорная. Она выполнена у меня с профильной трубы 20 на 20. Вполне достаточно. У меня длина 11 метров, грубо скажем, этих стеллажей. Еще один эксперимент, который хочу провести. Смотрите. Не знаю, что получится. Вырастет, не вырастет. Вот обычные мешки. Видите? Из-под отработанных блоков прям сразу напрямую посажу клубнику. Не знаю, что с этого выйдет. Посмотрим. Так что такие вот у меня стеллажи. Капельная лента с этим с шагом 10 сантиметров. Капельная лента достаточно неплохая. Тоже я покупал в магазине Агрессива. Так что вот такие вот у меня стеллажи. Ну все, всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем. Может быть, я еще что-то где-то не так сделал. Так что комментируем. Все, всем пока.